По этому поводу глава города Андрей Шубин собрал добровольцев, чтобы вручить важный документ – личную книжку волонтера. Эта книга предназначена для учета волонтерской деятельности и содержит сведения об их заслугах. С такой активной молодежью мы тут город можно свернуть, сделать очень много добрых дел. Но и ко всему сказанному хочу добавить, что мы всегда открыты, доступны и готовы вместе с вами работать. Благо нашего города. В торжественной обстановке ребята произнесли клятву волонтера. Всего получили книжки более 40 учеников. Вступил я туда, конечно же, по собственному желанию. Потому что это пригодится и в будущем. И свой досуг надо чем-то занимать. С 5 класса, занимаюсь этим. Очень рад, это очень хороший опыт. Нужно помогать нуждающимся.